Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике хотел сделать обзор небольшого секатора, украинский производитель, фирма с немецким названием Gärtner. Длина изделия 175 мм. Согласно характеристикам, лезвие из нержавеющей стали имеет антикоррозийное покрытие. Ручки металлические, имеют зеленое ПВХ-покрытие. Согласно инструкции, номинальный диаметр срезаемой ветки 6 мм. В основе креплений конструкции секатора используются заклепки, в том числе и для скрепления лезвия. Здесь нет болтового соединения и гаек. Очень простая система фиксации ручек. В руке сидит удобно, он хорошо подойдет женщинам, а также подросткам. Давайте проведем испытание. Как видно, что даже ветки диаметром в 1 сантиметр он берет неплохо. Поэтому делаем вывод, что данное изделие хорошо подойдет для обрезки молодых деревьев, кустарников, таких как смородина, малина, и будет очень удобен для эксплуатации женщинам и подросткам.